Долгожданные билеты в Англию в руках. Их выиграли днепровские журналисты Марина Антонюк и Валентина Попова. Таким подарком от Днепропетровской облгосадминистрации закончилось обучение на трехмесячных курсах английского языка. С апреля по июнь по современной британской системе обучались более 60 газетчиков, телевизионщиков и корреспондентов сайтов. Все добрались до финиша, успешно сдали итоговые тесты и получили сертификаты. Идею провести курсы английского языка предложили сами журналисты. Обл.администрация ее поддержала. Прежде чем приступить к обучению, представители медиа прошли тесты, по результатам которых их разделили на 6 групп. Каждая соответствовала определенному уровню владения иностранным языком. Программа рассчитана на 72 часа, это 24 занятия. Обучение проходило по учебникам британского издательства. Обязательным условием было выполнение домашних заданий. Конверты с именами журналистов, которые набрали наивысшее количество баллов, в барабане. Несколько оборотов и победители названы.